Почему у пеларгонии желтеют и сохнут листья? Пеларгония не часто болеет, поэтому если листья пожелтели, проблема явно серьезнее, чем простые капризы цветка. Необходимо внимательно осмотреть растение, проанализировать имеющиеся проблемы и подобрать комплексный или локальный уход. Почему у пеларгонии желтеют и сохнут листья? Первое. Общие причины. Нарушение в уходе, повышение температуры зимой и понижение летом. Сквозняки, неправильно подобранные не по сезону полив. Выбор неподходящих удобрений. Недостаток удобрений. Нехватка калия проявляется в пожелтении краев листа при нормальном состоянии остальной листовой пластины. Если не хватает азота, к предыдущему симптому добавляют пожелтение прожилок. Кальция, появление темных пятен, но не путать с реакцией на паразитов. Дефицит цинка, блеклые листья, неровная, неяркая пятнистость. Если мало железа, то центральная жилка остается зеленой, а остальная листовая пластина становится желтой. При нехватке магния жилки становятся прозрачными при сохранении яркого зеленого оттенка листа. Поражение вредителями – красные, темные, серые пятна, дырочки или неровности. Разрывы. Сюда же относят и поражение грибковыми инфекциями. Как вылечить пеларгонию? Перечисленные проблемы, почему пеларгонии желтеют и сохнут листья, много. С чего начинать? Если не удалось точно выделить существующую проблему, нужно нормализировать общий уход. Как правильно ухаживать за пеларгонией, чтобы не сохли листья? При посадке выбирать горшок по размеру. Пеларгония не должна болтаться в нем, но и не соприкасаться со стенками горшка. Лишнюю воду сливают, не допуская переизбытка влаги. Сокращать увлажнение в зимний период и наоборот, увеличить частоту небольшими порциями в жаркие сезоны. Лучше увлажнять воздух без направления распылителя на листья, чем заливать цветок. Частота полива пеларгонии по одному разу в 4 дня для весны и лета, по одному разу в 1-1,5 недели. Температура воздуха для пеларгонии от 20 до 25 градусов считается комфортной, чего не скажешь о резких понижениях до плюс 10 летом, либо наоборот повышение в зимний период. Добавьте ко всему прочему проблемы с пересыханием воздуха от воздействия электроприборов, отопления и получите сухие желтые сморщенные листья. Недостающего компонента из комплекса удобрений вносят регулярными подкормками до 4 раз полному восстановлению растения. Как лечить пеларгонию от болезней и вредителей? Фунгициды и инсектициды – это группа препаратов, которые борются с пожелтением и пересыханием листьев из-за появления вредителей или развития болезней. Важно не только осматривать листья, но и переворачивать их. С тыльной стороны часто располагаются яйца паразитов. Также осматривать прикорневую шейку и нижние побеги, чтобы вовремя выявить развитие грибка, споры которого без спускового нарушения в уходе могут быть в законсервированном виде и находиться в почве. Пишите в комментариях, почему ваши пеларгонии желтели и сохли листья.